спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В понедельник в Самарской области облачно, местами пройдет дождь. Днем плюс 19, плюс 22, ночью 12-14, выше 0. Восточный, южный ветер будет дуть со скоростью от 2 до 6 метров в секунду. В Сызрани тучи, но без осадков. Днем плюс 19, ночью плюс 13 градусов. Восточный ветер 6 метров в секунду. В Тольятти на небе облака, пройдет дождь, днем плюс 18, ночью 14 градусов выше 0, ветер западный 2 метра в секунду. В Самаре малооблачно, днем плюс 20 градусов, ночью 12 выше 0, ветер южный 3 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 47%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.